Всем привет, дорогие друзья, с вами Енот, а это клуб настольных игр «Мир в коробке». И сегодня у нас на распаковке дополнение к настольной игре «Крылья». Крылья птицы Европы. Ну что, посмотрим, что там за птички? Итак, друзья, долгожданный доп к крыльям птицы Европы. Да, будет немного лампа отражаться, но пока с этим мы боремся. Я вот так под углом сделаю, все будет лучше. Шикарная сова, прям сова из Гарри Поттера. Локализатор, как всегда, Лавка Геймс, издатель Стейгмайер Геймс, есть Автома. Ну, как и в базе. Что у нас на торце? На торце милая синичка, если я правильно понимаю. Тут у нас еще одна птичка. Могли бы сразу что-нибудь там написать, какая-то птица, да? Ворон. Сразу отсылка к «Игре престолов». Сзади мы видим компоненты. Мы получаем новый планшет почета победных очков. Яйца. Ой-ой-ой. Сиреневые яйца. А, ну стоп, там же нету нового ресурса кормления. Потому что у меня-то по предзаказу вот эти штуки были. Главное, чтобы не появлялся новый. Так, ладно, вскрываем, друзья, вскрываем. Как всегда, мы вскрываем аккуратно, потому что даже базовая игра «Крылья», у нас уже коробочка, ну, сверху она не затерлась, потому что она в пленке, а вот дно у нас уже с потертостями, с боевыми, потому что затаскали. Ну, вот так, пленка снята. Мы заглядываем внутрь. Ох, плотненько идет. И сразу мы смотрим на торцы, потому что я что-то все время пропускаю. Но здесь ничего на торцах нет. Здесь есть чуть-чуть информации. Но мы смотрим правила, сделаны на такой же бумаге, как и оригинальные правила. То есть она такая же шершавенькая. Не знаю, было слышно или нет. Так, они как-то так получилось, что они не влезают. Ладно, посмотрим, как это все будет выглядеть. Ой, коробочка, обожаю эти коробочки. Я бы таких бы отдельно бы прикупил. Мы видим состав игры. Карты яйца, карты бонусов, 4 карты автомы, 38 жетонов. 38 жетонов. Надо было брать 2 комплекта этих ресурсов. Ёперный театр. Ладно, в следующей игре придется взять 2 комплекта. Но в игре выше-ниже я как раз взял 1,5 комплекта. Я взял максимальный набор и минимальный набор ресурсов. Мы видим правила. У нас вот они такие высокие, красивые. На очень плотной бумаге, что не может не радовать. Прям переворачиваешь странички и радуешься. Немного правил и шикарный сокол. Нет, не сокол, боже мой. Орел. Орел, друзья. Итак, свежие яйца завезли нам. Свежие антистрессовые яйца, как говорит мой товарищ. Сиреневенькие. Сейчас мы посмотрим. У меня вот есть под рукой зелененькие. Понятно, что сравнивать зеленый и сиреневый нельзя, но... Видите, все сходится, друзья. Так, не разбегаться. 2 коробочки Stegmaier Games. Шикарно, шикарно, за это спасибо. Яйца я там хранить не буду, но, тем не менее, я буду не хранить другие компоненты. Я даже из серпа взял коробочки для игры «Крылья». Далее, новый. Это у нас блок для подсчета очков. Одна страница обычной игры, другая для игры автомы. То есть обратная сторона у нас для автомы. Шикарно, друзья. Шикарно. Хотя я, честно, я в автому ни разу не играл ни в одной игре. У нас 2 зип-блока, причем очень плотные, очень здорово. 2 колоды карт. По крайней мере, те, которые я вижу. Давайте посмотрим органайзер. Так, он по виду пустой. Да, то есть он пустой. И это радует. А почему это радует? Потому что в базовом органайзере у меня все карточки в протекторах. И они не влезли туда. То есть они вот под упор, а карточки заданий туда уже не влазят. Соответственно, я смогу перераспределить. И теперь все везде влезет, потому что здесь, в принципе, по высоте они... Кстати, они немного разные. Да, все карточки посыпались, которые не влезают. Сейчас, ладно. Вот этот глянцевый, а этот матовый. Один в другой вставляются они. Значит, они одинаковые, просто из разного материала сделаны. Но, знаете, вот по первым ощущениям, я вот так вот нажимаю. Вот смотрите. Второй поплотнее будет. Он так получше, давайте будем говорить сразу. Вот, шикарные
пиктограммы того, что здесь должно находиться, но, увы, не пригодятся. Крышки. У нас крышки отличаются только цветом. Даже они одинаково глянцевые. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Едем дальше. Жетоны. Вот это есть беда. Я прям не знаю, надо думать. Но, в принципе, многое не потерял. Но придется ждать компанию по предзаказу и заказывать отдельно. Ну, если будут такие же жетоны, еще хотя бы один комплект, а то получается и два. То там я уже видел, морские птицы приходят. Так, вот такая, что это у нас? Окончание раунда. Такая маленькая подсказочка, да, шикарно. Вот они, жетончики. Жетоны целей раунда. И еда. Но у меня еда, она вот такая вот. Непонятно, то есть... Вряд ли она учитывает, что должно быть дополнение. Вот, с этой, кстати, едой очень интересно играть. Это больше нравится, чем с базовой, так сказать. Давайте мы перевернем. И, конечно же, сразу будем смотреть на наших птичек. А здесь у нас должно быть 81 карта с птицами Европы. Ну, это тут просто написано 81 карта, ну, непонятно. Кстати, 15 яиц. У нас есть 15 яиц? Так, да, у нас ровно 15 яиц. Так, у нас тяжело вскрывается. Сейчас я пытаюсь. Ух, не хочет. Опа. И есть. Итак, друзья, я уже подготовил карточки, которые у нас из прошлой игры, они у меня в плотных протекторах. Мы будем сравнивать. Вот это база, вот это доп. Итак, по текстуре. Текстура одинаковая. Хотя в протекторах, знаете, будем рисовать, пофиг. Гнется, то есть по плотности. Честно, на ощупь... Новые, более плотные, но завод там один, поэтому, возможно, это меня на погоду глючит. По рубашкам. Сейчас я так гляну без камеры. Нет, видите, градиент цвет в цвет попадает. Оп, пытался сбежать. Сейчас мы это отложим, чтобы не потерялось. И давайте же погнали, посмотрим, что у нас за птички здесь спрятались. Вот, у меня бабушка отобрала эту игру и неделю просто перечитывала факты о птицах. Ей очень понравились и арты, и подписи. Она говорит, играть не хочу, но почитать, посмотреть прям напоминает советскую энциклопедию. Тоже очень здорово. То есть эти карточки можно купить там одну игру и вставить в книжку для карточек и просто как энциклопедию использовать. Правда, сейчас уже в наше время нет такой необходимости знать птиц. Но карточка с... Там, кстати, я есть где-то символ допа. Я вам сейчас посмотрю, подождите, друзья, секундочку. Вот у нас есть база. ЕЕ, европейские. Да, судя по всему, символ допа... Это вот эти вот ЕЕ. Может, здесь такого нету. А это очень здорово. Как будто пластиковые на ощупь, если честно. Так, едем дальше. Вот такая вот маленькая колода. Сейчас мы посмотрим, как она открывается. Ох. Очень плотно упаковали, прям ух. Но легким движением руки мы вскрываем. И продолжаем смотреть на птичек. Шикарные птицы. Там должны были спрятаться карты заданий, если честно. Я что-то их не вижу. Вон они, наверное, в конце, вон они в конце уже видны. Вот, хотя, несмотря на всю мою любовь к этой игре, у меня за плечами только три партии. Как говорится, не кидайте в меня камнями.
Игр много, клуб надо вести и так далее. Просто, честно, я за все время карантина и в этом месяце сыграл всего... Сколько? Шесть игр сыграл. И то до потопных. Давайте так. Вот мы посмотрели все, что есть. Переходим к завершению. Ну что ж, друзья, вот мы и провели распаковку дополнения «Крылья птицы Европы», где мы нашли кучу новых сиреневых яиц, 80 с лишним карточек новых птиц шикарных и карточку совы, которая находится на обложке и коробке. Правила, новые жетоны, новую книжечку для получения, для записи получения победных очков, где наоборот еще и для авто, я просто не помню, есть в базе или нет. Вот. Просто все шикарного качества, правила на плотнейшей бумаге, что не может не радовать, потому что это когда заламывается, как оно начинает затираться там и так далее, в общем ужасно бывает, но здесь все шикарно, все как всегда на высоком уровне. И главное, мы нашли органайзер, в который теперь лягут карточки из базовой игры, потому что карточки в протекторах просто не влезли в базовую. Что здорово, причем я уже жду, там говорят, есть, будет дополнение птицы, морские птицы, и там будет еще один, наверное, органайзер, и тогда баланс восстановится во вселенной. Ну что ж, друзья, теперь вы можете подписаться на нас на ютубчике, поставить большой палец, также есть ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, Инстаграме, на двух международных сайтах, TCR и BGG. Везде мы клуб «Мир коробки» или просто «Мир коробки», потому что каждый играет огромный мир в маленькой коробке. Всем пока!